И всем привет! Сегодня расскажу пару лайфхаков для торговли фьючерсами на Gate.io. А перед этим расскажу, что сейчас начался очень крутой турнир на 5 миллионов долларов в Gate.io по фьючерсам. Там можно торговать как самому и торговать командой. Команда есть у Ростиксона. По ссылочке в описании ты сможешь вступить в нее и торговать с нами. Об этом уже мы сняли ролик. По ссылочке в описании есть плейлист Gate.io. Ты можешь найти эти ролики про турнир. Они также называются «Лучший турнир». И он реально лучший по фьючерсам. И первый лайфхак – это зарегистрироваться по ссылочке в описании на Gate.io. Ведь там ты получишь скидки на торговые комиссии. То есть ты будешь платить меньше комиссии и будешь, так сказать, зарабатывать. Сэкономил, заработал. И также отнести к лайфхаку можно то, что ты можешь перейти по ссылочке в описании и зарегистрироваться на этом турнире на 5 миллионов долларов и получить небольшой бонус от Gate.io за раннюю регистрацию на этом турнире. Там, кстати, есть бонусы для капитанов, для тех, кто позовет друзей, их друзья будут в топ, там, вроде бы 10, и за это ты сможешь заработать. Ну и очевидный лайфхак — это торговать на 15-20% от своего бюджета, зависит от твоего же бюджета, если он мал, то не стоит там торговать. А если бюджет огромный, то можно вообще по 5% брать от своего общего бюджета для фьючерсов. И также надо анализировать рынок, подписаться на твиттеры, телеграммы, всякие YouTube-каналы, чтобы узнавать первые новости по крипте, ведь каждая новость может повлиять на цену любой крипты, вообще обвалить крипту как FTX. Все уже слышали об этом, и говорить про это, я думаю, нету смысла. Подписываемся на соцсети крипто, бирж, крипто, аналитиков и следим за ними. Конечно же, про свою аналитику нельзя забывать, надо, как после увидел новость, надо думать, надо понять, хорошая ли новость. Кажется, что это обычная вещь, но многие забывают об этом, когда торгуют фьючерсами и с огромными иксами, и теряют весь бюджет. А если ты только новичок, и тебе надо понять фьючерсы, понять эту криптовалюту, анализировать, то ты можешь взять одну монету и подумать, что ты поставил на лонг X3 или 5. И после заскриншотить, написать все данные, которые есть. И через некоторое время посмотреть, заработал ли ты или потерял бы все деньги. И думаю, рассказывать, что не надо торговать, если ты вовсе не шаришь за крипту. Это, я думаю, понятное дело. А если у тебя есть лайфхак для новичков в фьючерсах, в крипте, напиши его в комментарии. Мне будет интересно почитать. А если ты уже торгуешь на фьючерсах, то ты можешь перейти по ссылочке в описании на турнир и вступить в нашу команду. Называется она YouTube Ростиксон. Ждем тебя там, мы уже участвовали в турнире по фьючерсам. Всем хорошей торговли, спасибо за просмотр. Кстати, есть телеграм-канал Ростиксона, там он выкладывает, что он делает в крипте, всякие интересные видео, полезные, главное, полезные видео для новичков и для опытных. Спасибо за просмотр и пока.